Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую всех на канале. Хочу вам сегодня по-быстрому показать два свежих портмоне, которые я изготовил. Использована итальянская кожа растительного дубления Бутеро, льняная вощеная нить толщиной 0,45 мм, торцы заполированы с помощью токаноли. Покажу вам поближе. Это одна из вариаций классического бифолда, рассчитанная на 6 карт, 2 скрытых кармана, туда тоже влазит спокойно, там 2, даже 3 карты и одно отделение для купюр. Покажу вам более крупным планом. Да, вот видите, на коже как раз пошли кусочки со штампом от конца ULPR. Это цвет виски. А второй портмоне цвет каштан. Отлично кожа полируется, я очень-очень ей доволен. И очень доволен тем, что попробовал наконец льняную нить, она мне очень понравилась. Пробойники здесь использованы от Вута, шаг 3,38 мм. Кожа кайф, вообще очень мне нравится. Такая матовенькая, плотная. Края здесь, конечно же, сбрусованы, то есть на трец выходит толщина гораздо меньше, чем... Вообще кожа толщиной 1,2 мм, то есть там 1,1-1,2 мм толщиной. Так, и покажу второй, цвет каштан. Оба цвета мне очень нравятся. Просто, ну, не знаю, на мой вкус вообще одни из самых крутых вариантов цвета. Отлично, просто восхитительно полируются торцы, здесь даже никаких особых усилий не нужно. Просто наждачкой 500 прошелся, ну, скруглились, все, после этого 500 наждачкой топанули, промазал, с ликером заполировал и вообще все восхитительно. Швы. Видите, швы одинаковые с обоих сторон. Когда-то вначале у меня были проблемы с этим, ну, то есть с одной стороны получался косой, с другой не очень, но потом я разобрался, просто неправильно нить ложил. Сейчас уже все прекрасно получается. На этом тоже, то есть это просто я как бы кожу начинал с краю, а штампы на коже там, ну, как бы на краю кожи, вот, ну, поэтому я просто специально выбрал кусочек со штампами на оба портмоне. Это два портмоне в одни руки, человек заказывал себе и отцу на подарок, то я решил, что у обоих будет со штампом от концерта ULPR. На этом я буду заканчивать. Видео очень короткое, ну здесь особо не о чем много разговаривать. Подписывайтесь обязательно, кто пользуется Инстаграмом, подписывайтесь на мой канал в Инстаграме. Все самые свежие работы, они сразу же выкладываются в Инстаграм, там даже бывают какие-то моменты из работы. В описании под видеороликом будут обязательно все ссылки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом я буду заканчивать. Всего доброго. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. До свидания.